Агентство недвижимости в Чехии принимает биткоин в качестве оплаты за услуги. Как сообщает CoinIdle, агентство Home Hunters в Брно стало первым в Чехии принимающим биткоин, эфириум и лайткоин. Основатель Home Hunters Ярослав Ковач сказал, что криптовалюты – будущее мировых финансов, и было бы несправедливо не позволять людям использовать эту форму денег сегодня. Он отметил, что они ищут возможности предлагать криптовалютные платежи не только за оплату обслуживания, но и за покупку недвижимости в ближайшем будущем. По его словам, такое решение было принято благодаря почти мгновенной скорости транзакций.